Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Так, начнем с ежедневок. Так, нанесите 20 единиц урона зеленой тенью, так, ржавым разрядом, и сыграйте 3 гаргантюа. Ну что, начнем, наверное, мы с зеленой тени. Зеленая тень через плетень. Поехали. Нам нужно нанести 20 единиц урона. Не обязательно выигрывать, ребят. Просто вырезать хорошо нашему противнику. Так, у нас выпадает великанус 18 ранга. Угу. Это что за колода, друзья мои? Это не то, что я хотел. Совсем не то, что я хотел, ребята. А вот дела. Огурец. Огурец. Ну, давай сделаем вот так вот. У него одна энергия есть. Он решил его переместить. Он его, друзья, решил переместить. Давай сделай вот так вот. Он может заморозить. Так и есть, ребят. Так, ну что, горошина мне. Горошина мне. Ага, не выручит она меня здесь. Вот тебе и хеллоу. Давай так вот еще сделаем. Ну, погнали. Блин, сейчас мы ему в блок, ребята, бомбанем. Твою налево, ну нафига так? Хорош, конечно, ребята, это я ничего не говорю, но... Угу, угу. Как тут лучше сделать? Давай я так вот сделаю, ребят. Ага, замораживает. А тут два огурца, да? Так. Ну, ну что-то, что-то додали мне. С картами какая-то проблема. Чего он там хочет сделать? Интересный ход. Если я сюда поставлю. Но надо вырубать, наверное, этого гаденыша, да? Надо вырубать, друзья мои, этого гаденыша, мне кажется. Можно его выкинуть, но он тогда будет делать заморозку. Ага. И что по итогу? По итогу он будет делать заморозку. Там наверняка заморозчик стоит, ребят. А, нет, я ошибся. Я ошибся.
Понимаешь, что там делать? Если я вот эту гадость не уничтожу, мне беспонт оставить вот этого вот. А мне бы его хотелось бы. Ну, это ты, конечно, хорошо сделал, пацан. Это прям ты, блин, замечательно сделал. Давай, так вот бомбанем. Кто там у тебя? Кровожадность. Так, у нас сейчас срабатывает блок. Обознатушки, ребята. Блок не сработал. Ну что, этого мы не трогаем. Делаем тогда следующим образом. Вот этого выкидываем, пугало огородное. Ставим вот так и ставим вот так. Само собой, сейчас срабатывает блок. Наконец-то. Стоит ли мне тратить бусину? Наверное, не стоит. Раз, два. А может быть и стоило. Может быть и стоило. Так, если он сейчас будет применять заклинание, то у нас... Заморозку. По-моему, мы в любом случае уже кранты, друзья. Так, запускаем бусину. И вот так вот. Все, до свидания. До свидания, родной. Хотя бы дал мне набить, ребята. Тынь. Плевок в физиономию вот этого вот великануса. Назовут же тоже великанус. Кто-то бомж, блин, сидит. Великанус. Так, теперь, друзья мои, еще интереснее. Ржавым разрядом. Я за него уже забыл, когда в последний раз играл. За ржавый разряд. Пробная. Как при царе Горохе назвал эту колоду пробной, так она у меня до сих пор пробная. Это, если я не ошибаюсь, ребята, спортивная колода должна быть. Но я тебе скажу следующее, что спортивная колода уже как, наверное, год-полгода уже не в моде. Просто не в моде. Тем более с орехом. Угу. Куча-куча вирусов. Ну, если я вот так поставлю. На 20-й ранг, я думаю, парень соображает. А вот потом что лучше ставить? Вирус или же... Ох ты. Но ты все равно меня не пробьешь. Одну единичку хп останется. А, даже две, он же две, два урона наносит. Не понял я. Ну-ка, давай так сделаем. Ну, понятно, возьмут карту. Ага.
Так, друзья мои. 5. Ну что, я этих хламонов сразу чикаю тогда. Смотри-ка, а? Взял моду на подсолнухах играть. Неуязвимость берет. Но мы же все равно сможем уничтожить. Так, это же спортсмен? Это спортсмен. Блин, если я пропущу ход. Ну давай так попробуем. Я знаю, что он сюда хочет поставить. Почему он сюда не стал ставить, я не знаю, ребят. Так, вот это только повреждение получит. Ну, потом выбор невелик, ребята. Только лишь через вирус бомбить. Ага, я тебя как раз-то и ждал, парень. Я тебя как раз-то и ждал, родной ты мой. Все, гад не дал мне 5 единиц урона нанести ему. Мне же нужно 20 было, да? А я всего лишь, получается, нанес 15. Он сдался. Даже 7 единиц урона мне нужно еще нанести. А, кактус, ребята, кактус бомбил. Это, видимо, этот урон не засчитали. Ну да, 17, он же 2 единицы урона нанес кактусом себе. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, тут, ребят, это цитрон. Хорошо, что у меня нету этих могил. Я ведь знаю, что он любитель брать могилы. Могилоедов. Но благо их у меня нету. И ранг у него 38. То есть тяжелый противник будет. Так, мне выпало сердце. Самое, блин, по-моему, никчемное, ребята, что могло выпасть, это сердце. Ну давай ставь свои орешки. Я знаю, что ты орехи любишь ставить. Свои мелкие вот эти вот паршивые орехи. Угу, сумоист. Я пока воздержусь. Так, ну одного мы шваркнем. Этого шваркнем на следующий ход. Так. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Видишь, я тебе говорил, что любитель могилок. Давай так сделаем. Тай-дэри-та-тамс, та-ти-да-там.
Крокодильчик там не в тему. Блин, знаешь, что самое бесевое, ребят? Сейчас он получит защиту. Так, и что же у нас тут, ребятушки, остается? Опа-на. Ага. Я тебя понял. Я тебя понял. Зачем я сердце сейчас применил, ребят? Вирус, это, конечно, все хорошо. Но у меня карт нет. Нахрен мне вот это вот гаргантюа, блин. Поехали. 4, 10, 11. Даже если я что-то здесь сделаю, но... Как мне тут прикрываться-то? Ну, давай сделаем так. Ну, это, конечно, ребята, это несерьезно все. И вот так. Это все несерьезно, потому что этот пробьет. У него еще вон что есть. Да, тут бесполезно. Из спортивной колоды мне досталась только теннисистка и сумоист. Все, ребята. Даже не было ни тренера, никого. Разыграйте три гаргантюа. А, у нас уже пошло следующее задание. Ну, давай. Разыграть три гаргантюа. Я тут, ребята, недавно розы играл. Что-то получалось, что-то не получалось. Тут 50-50, короче, одним словом. Угу, начинается, да? Начинается. Давай сюда. Жужелица несчастная. Вот, давай так, вот хорошо, тратьте. Кто там у нас? О. Ой, как шикарно. Прикрыл свое очко, да, значит? Ну что же, парень. Я проверю тебя сейчас на вшивость. Так, что у нас там? Сколько энергии? Я ведь добью тебя, гад. Эх-хе-хе-хе-хе. Поехали. Эх, все прекрасно, хорошо. Надеюсь. Ну куда вы встали-то, ребята? Ну, твою налево. Сейчас проверим. Сейчас проверим, друзья. Помидорка, помидорка, помидорочка. Так, а вот следующий вопрос. Что мне ставить? Есть. Есть, ребятульки. Кукуруза вшивая.
Эх, кукуруза вшивая. Кукуруза вшивая. Так, переносим, да? И, как говорится, с этим. Подожди секундочку, переносим. По-моему, ребята, мне хана сейчас будет. Этот 5 пробивает в лицо. Да, не получилось. Чуть-чуть не хватило, смотри. Нет, мы еще живем. Эх. Все, ребята, проиграл. У меня некого поставить. У меня нету телесного. Телесного. Да ну, твою... Да ну, ребят, все тут хана. У него сейчас терновый куст, по-моему, да? О, какой тут нафиг терновый куст. Тут и без тернового куста. Ну что ты будешь там ходить-то, придурок, блин? Дебила кусок. Поставил и сидит, улыбится. Ладно, подождем. Дебилы попадаются такие. Что поделаешь, ребят. Я тоже буду стоять ждать до последнего. Пускай сидит. Ждет. Так, ну что, ребята. Мне еще нужно все равно, как ни крути, 2 гаргантюа. Кстати, я тебе знаешь, что скажу? Что эта колода полный отстой, вот, которую я сейчас играю. Знаешь почему? Потому что вот эти вот ракеты я, отродясь, не брал. Это из новой партии. Это из новой партии колода на бочках. На бочках, друзья мои. То есть ставим бочки и уже их взрываем. Но, как ты видишь, бочек... У меня и бочек-то мало с пиратами, если честно. О, подожди. Давай мы возьмем, наверное, все-таки какую-нибудь другую колоду. Глянем, что вот тут вот. Ну, давай попробуем такой. Просто хочу посмотреть. Тут, конечно, не так много гаргантюа у нас. Там, по-моему, гондола и что-то еще остается. Но... Хотя ты знаешь что? Лучше всего-то гаргантюа только сейчас прозрел. Только сейчас, друзья мои, прозрел. У нас же на гаргантюахах очень хорош разгром. Но опять же, если повезет. Опять же, если повезет. А он там... Этих гаргантюа хоть одним местом жуй. Ну давай, посмотрим. Первого хода нету, но есть только валунчик. Но он наверняка поставит свой желудь, скорее всего. Который не даст мне возможности что-то применить. И опять дают сердце. Блин, с бунгчаем тяжело играть, ребят. Я уже, ну, сам пробовал поиграть за него. Жесткий типок. Если когда раздухарится, вообще. А вот с бессмертием, когда я дерусь, ребята, я ее победить не могу, а поиграть за нее тоже не получается. Вообще никак. Ну что это такое, ну? Эх. Так, он на орехах, что ли, будет играть? Угу. Неужели будет прокачивать его? Ой, хорошо-то как, ребята, он сделал.
Пошел за картишками, да? Пошел пацанчик за картишками. Че, наверное, моя очередь ставить. Ну, бомбу трать. Она у тебя должна быть. Ага. Я твою тактику понял, пацан. Я твою тактику понял. Жалко, у меня не вот этот парень стоял там. Так. Ага. Ага. Ну, понятно, что этого вырубаем. Здесь ставим защиту, ребят. И вот так вот сделаем. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Пока ничего не буду ставить. Давай смотреть. Угу. Ай-яй-яй-яй-яй. Как неприятно. Сейчас бонусную атаку если сделает, будет все хана, ребят. Фу. Ну, сердце, сердце нас выручит. А, прекрасно. Все, ребята, ему сейчас кранты. А, нет, еще не кранты. Еще живет. Еще живет. Вот где надо было бонусную атаку-то тратить. Так, ладно. Ребята, у меня сердечко есть на отхил. Ты серьезно сейчас? Вот это вот. Видимо, серьезно он подходит к этому делу. Что там за гаргантюа у нас появится? Хил. Ну, ему крышка. Разгром. Разгромил, как всегда. Этого Сибру 35 ранга. За что ему очень признателен. Ребята, 600 самоцветов. Нам еще 400 нужно для того, чтобы купить наши 11 пагов. И у нас, по-моему, еще есть безумные правила. Все бойцы получают плюс 1 единицу силы и здоровья при использовании, что приносит несравненное удовольствие грибам в стратегической колоде вспышки на солнце и изобилие споров. Так. Может быть, и дает какой-то... преимущество, как они говорят. Пипец. Ну выдал, блин. Плюс одну единицу, да, там было написано. А, вот как. Ух, сейчас тогда мы, ребята, разгуляемся здесь. Как мне кажется. Да.
Блин, сейчас у него сработает блок. Будь он не ладен. Давай, наверное, сделаю вот так вот. И вот так. А уж кто у него тут? Наверняка с прочерком. Ну, конечно же. Конечно же, ребят. Несчастная ковбойша. Ой, ребятушки, что сейчас будет? Сейчас будет веселух, смотри. Смотри внимательно. Поехали. Сейчас мы начнем раздавать. Да ты хоть затянись тут две карты. Тебе уже все равно, пацан, не жить. Да, такой крутой бонус, что плюс... Единичку одну получает мои грибочки. Это было, конечно, ребята, несравненно классно. Так, вроде бы все, ребятушки, на сегодня. Ежедневки выполнили. Безумные правила тоже сделали, да. Тут кто-то у нас, по-моему, напрашивается в друзья. Я так понимаю, ой, сколько тут. Сколько вас тут, ребят? Я согласен, тебе пнияс какой-то. Ой. Что это я нажал? Так, ну что, дорогие друзья. На сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.